Ну, пожалуй, в традиционных цветах для этого города, для этой команды выступают сегодня Витебск. Но посмотрим. 12 мячей команда забила, 36 пропустила. У нас первый удар по воротам с дальней трика, однако он остается у Витебска. Еще не дальний выстрел, заряжает. Сейчас Тарева уходит от мяча, Верхолайцева бьет по воротам. И Василий вот вкус побед своим вот футболисткам. Удар по воротам, вот удар с дальней дистанции от Натальи Васильевой. Блок, но подбор-то за Витебском, опасный момент, удар и 1-0. Открыт счет в нашем матче. Сток, ну что? Это удар по воротам, но мяч в нашей игре. Это берет игру на себя, входит в штрафную. Ну там уж слишком много соперниц оказалось. Это подача и... Момент у нас гол! Гол 2-0! Такая вот подача и мяч сначала в одну штангу, потом в гол. Мая. То есть, можно сказать, недельку назад. У нас пока опаснейший ответ. Удар 2-1. Вот так развитие событий в нашей игре. Смотрим еще раз повтор. Действительно классные действия от футболистки У-19. Такие вот у нас представлены удар по воротам. И Взрезову. Анастасия подачу штрафную. И здорово делает. А это перехват. Это Маркова. Далее. С большими силами. Девушки из АБФФ. Заброс. Штрафную площадь. И не удается на линию штрафной площади. И удар, мощнейший удар. Подача. Дальше скидка головой. Нужно бить. Удары 2-2. Становится счет. На 14 скидка головой. И да, второй номер. В первом тайме. Хорошо обыгрыш. Удар с носка. Номер 10 у Татьяны Фомченко. Жители этого прекрасного города предпочитают, чтобы их называли. Пока момент. Ох, зарядили сейчас. Очень. Шиндиков сейчас, кажется, просто взорвется на своей скамейке запасных. У нас дальний удар. Ох, момент. Штанга будет ли добивание? Нужно реализовывать этот шанс. Гол есть, но гола в то же время и нет. Вот на... Ну а вот Витебск, я уже говорил, у нас дальний удар пока на месте Мацкевич. Штрафным Васильева. Ну что, бить готовится? Да, удар по воротам Васильева и Брами. В составе АБФФ 19 по лет 16. Удар по воротам. На месте. На месте Козлова. Удар и на рикошет тот. Здорово разворачивает свою оппонентку. Подачу штрафную. Рухает мяч и бьет по воротам. Снова на качан. Елизавета, здесь ошибка. Момент, нужно бить. Удар по воротам. И здесь сразу две футболистки полетели в отбор. Ух, какой эпизод. Навес в штрафную. И... Кунцевич. Бьет по воротам. Перед собой двигает мяч голкипер. И накрывает вторым двигателем. Удар с дальней дистанции не точно пробивает. Два. Нужно пробить Васильева. Бьет по воротам выше. Ну что ж, близка развязка нашей встречи. Васильева. Навес штрафную. Нет, не успевает Верхолайцева. Все, друзья, звучит. За Витебск отличились Елена Бузинова и Наталья Васильева. Таким образом.